последние игры проиграли, поэтому я думаю, что в родных стенах Руслан Курбанов, посмотрите, с левой, с нерабочей на первый взгляд ноги, потрясающий удар получил Курбанов. И так с Скрябин хорошо мяч забрал, доведет до удара, да, есть! Есть! Скрябин, автор мяча. Серию, плохую сухую серию, ровно два матча, как я уже говорил ранее, не удавалось. Хорошо Тренкутов спасает свою команду в прямом смысле этого слова. Итак, прострел на дальнюю, гол! Гол! Вот это грамотный перехват, убежали в контратаку, Александр Серегин. Полк радости всем присутствующим здесь болельщикам. И ростовчане контролируют процесс, какой хороший розыгрыш был. Гол. Хороший был розыгрыш, не удалось с этого розыгрыша забить, но на добивании, кто у нас автор забитого мяча? Автор забитого мяча без рук. Сырцов. Гол! С помощью рикошета, но тем не менее. 5 минут, мы все уже забудем, что гол был забит с помощью рикошета. Итак, Курбанов против него, Серегин. И гол. 3-3. Космичек вместе с вами в за практически 21 матч. Аллахов вперед на Курбанова. На месте Курбанова. Как? Вот это гол. Вот этот гол у нас забивает. Поля. С носка. Под перекладину. Смотрите. Вышел на площадку после легкого повреждения. Сейчас могут большинство разыграть футболисты, что и получилось, могли большинство разыграть, я говорил, первый удар пришелся в штангу, 5-3, в пользу команды КПРФ. Убежали вперед, сейчас Берлянский пустил игрока за спину, и простили футболисты КПРФ, хозяев, Вячеслав Белянский принесло себе манерик, как-то проспал, засмотрелся на игру. Показать два в одного защитника лучше. Васильев остался на растерзание. Что за... Что за жив? Нельзя там спрятать. Выше. Вторая ошибка от Скрябина. Что со Скрябином? Второй мяч подавил. КПРФ. Серегин. 3-1 практически. Атака Курбанов. И еще один мяч летает в ворота. Команда Ростов. Незнакомый сетлично, поэтому вряд ли. Этот привет был передан именно мне. Ожидая, естественно, то, как будут проходить в параллельных матчах. События, как будут разбиваться, смотрите. Есть! Есть гол! 4-8! И не поверите, я бы сейчас отметил потрясающие действия головой Владимира Шипилова. Доведут до удара. Доводят до удара и ставят, наверное, точку без рук. Забивает 9-й гол. Смог бы сейчас получить. Несмотря на то, что провел один тайм, но сделал это невероятно красиво.